Привет. Чего интересного, страшного? Ну вот появился новый бренд, кстати, португальский. Довольно интересный. Ну это такой себе португализированный эпенет. Ну типа того, да. Но с лайнер-локом. Именно. Есть разные модели, есть с лайнером, есть. А мы раньше появились, чем эпенеты. Ну, в смысле, в историческом разрезе. Да. И лайнер на правую руку. Да. Ну, в смысле, на правую сторону. А что, я неправильно что-то делаю? Может, не до конца просто, но вообще собирается нормально. Ну, так тугенько. Зато не сложится лишний раз. Но вообще они, ну, есть, конечно, модели, которые прям такие уже и стоят нормально, ну, и сделаны довольно хорошо. А сколько они по цене относительно Пинелли? Ну, вот то же самое. Вот эта модель, например, 415 гривен. А, ну та же самая цена, по сути. Глобально, да. Есть модели попроще, 250-300 гривен. Это бук? Да. А есть варианты? Вот варианты, вот, не помню, как правильно называется. Бубинго. Да, кстати, почему бы... Есть вот такие модельки, они с покрытием лезвия, вот эти золотистые и темные, это специальное титановое покрытие, оно больше прочности. Да, это не три титана, да. Сталька AC 420, это 59 ровный образ. И вот, кстати. Это все титановое покрытие. Это тоже титан, да? Ну, это чисто напыление титана. Да, ну, конечно, конечно. Прямые конкуренты, сюда смотри. Прямые конкуренты Пинелям. Испания, чьи все верно? Португалия. А, Португалия. МАМ. МАМ? Очень простой конструктив, но в отличие от Мировлока Пинелевского, здесь обычный лайнер-лок. Ну как обычный? Здесь нету лайнера, здесь есть только замок. Это то, что называется нож фермера, нож колхозника, карманный нож бюргера 19 века, там, ну, душевненько. Ну как душевненько? Ну, я думаю, что если к нам их будут возить, они будут не менее популярны, чем те же самые Пинелли. У нас в Украине их тяжело достать, на самом деле. Варианты по дереву. Самый простой бук. А Пинелли, в основном, например, а Пинелли – это буковые рукоятки. Это более дорогое, это бубинго. В чем прелесть? Если эта рукоятка намокла, то сложить будет так туго, да, она прикусывает. Бубинго воду не набирает. Практически. То есть ее можно мочить. Наверное. Здесь у нас... подожди, это не ржа? Да. Здесь у нас Inox и вариант титановое покрытие, черненькое, а здесь, закрой, пожалуйста, да, такой. Ну, все его называют нитрит титана, не знаю, насколько это верно, но, например, некоторые итальянские бренды на спусковые крючки делают именно вот с таким вот покрытием. Смысл в том, что металл не корродирует. Очень коррозийностойкий вот это вот покрытие. Очень такой душевненький, интересненький и очень недорогой нож. И в отличие от Пинеллевского Вероблока, можно закрыть одной рукой. Можно костер. Для дачи, сада, огорода, пикника, грибов, для ценителей классики. Для тех, кто ценит простые, но в то же время функциональные вещи. Обратите внимание на ножи. Это Руик от Феникса, ну, дочерний бренд. Руик. Вообще Райк они его называют. Как? Райк. Райк? Да. Это не все модели, но вообще... Но некоторые. То, что осталось на сегодняшний день.
это Феникс. То есть бренд, который делает фонарики, они делают вот наши под такой вот торговой маркой. Они, правда, сильно этого пока не афишируют, но это их тема и довольно успешный проект. Ну, если интернет-магазин, который специализируется на фонариках Феникс, утверждает это, то так оно и есть. Ну да, 140. А какой порядок цен на сие чудо? Вот это 1300 гривен, это 1700. А, то есть вполне такие очень приемлемые. Ну, здесь сандвик, во-первых, и подшипники. Да, очень легкий ход. Здесь сталька чуть лучше, чем в Викторинексе. Это 14,28, 59 рублей твердости. Подшипник. Очень приятно будет, да? Да, да, да. Да он в руке вот смотрится очень добротно. На самом деле от компании, которая 15 лет делала одни фонарики, по-моему, очень неплохие ножи, как для первого опыта. Согласен. Появились в начале лета, и цена все стремительно растет на них. На каждый ножик свой серийный. Сейчас, секунду. Клин простенький, но со вкусом, тоненько сведенный, почему бы и нет. Ну, для тех, кому надоело Ганза, за те же деньги, по сути. Ганза подешевле все-таки. Ну, Ганза и не предложит такую культуру такое производства. Нет. Такое качество они не могут. А какой? 1500.